Блестящие шары, бегущие огоньки и переливающаяся звездочка на макушке елки – главный атрибут любимого детского праздника. 1 декабря на площади Ленина собрались дети и взрослые, чтобы в преддверии Нового года подготовиться к наступающему торжественному событию и отметить наступление зимы. В гости пожаловали сказочные герои – символ уходящего года козочка, метелица и, конечно же, зимушка-зима. В компании ростовых кукол они устроили настоящее праздничное представление. Дети и родители с удовольствием участвовали в играх и конкурсах. От души танцевали под веселую музыку. Мне хочется, чтобы в тот момент, когда зажжется эта елка, за 30 дней до Нового года, вы все загадали одно желание. И пусть оно обязательно сбудется. Мы хотим, чтобы Новый год был для вас радостным праздником. Мы сделаем все возможное, чтобы город был украшен, чтобы в нем было комфортно для вас всех. С наступающим праздником вас! Добра вам всем! Здоровья, успехов, радости! Я вам всем, дорогие друзья, желаю хорошего Нового года наступающего! Счастья вам всем! Малышам, слушаться родителей, те, которые постарше, хорошо учиться, и давайте войдем в Новый год с хорошими отметками. Согласны? Всем, и детям, и взрослым, понравился праздник встречи зимы. Об этом свидетельствовали счастливые улыбки на лицах и веселый смех. Гости с удовольствием делились впечатлениями. Все хорошо. Спасибо городу, администрации, что такие делают праздники для детей. Все очень хорошо, все вообще супер. Все очень ярко, красочно, очень разнообразная программа. Понравился мне больше Кощей, потому что у него корона светилась. Праздник мы, конечно, ожидали, как и зиму, вот, для нас ассоциации все время со снегом, с санками, ну, то есть, ребенок очень любит, вот, очень ждала это время года. Завершился праздник зажжением огней на главной елке района и включением праздничной иллюминации в городе. Покидать мероприятие щелковцы не спешили. Гуляния продолжались до позднего вечера. Ольга Аржанова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».